либретто рок-оперы «Пророк Моисей», над которым я работаю, Бог знает, с 1978 года. Оно предназначалось для питерской рок-группы «Россияне». Если кто помнит, кто знает. Жора Ждановский в свое время покойный заказал мне это либретто, но... Значит, и там должен был в роли фараона выступать как раз Аркадий Север. Это писалось все с учетом его голоса, таланта и прочего. Но так случилось, что Жора Ждановский пропал, погиб, мы там до сих пор не знаем, что с ним случилось. Я уехал в эмиграцию. Это либретто перед отъездом я закончил. Значит, так получилось, что буквально до отъезда за месяц я встретил Жора Ждановского, и у меня было написано только две сцены. Я ему сказал, что написано только две сцены, я уезжаю. Он мне сказал, нет, мы тебе обходной лист не подпишем. Ну, пришлось мне в течение этого месяца, оформляя все дела, сдавая мебель и прочее, значит, закончить эту сцену и вручить ему. Когда я уже уехал, я узнал, что здесь они сделали попытку поставить, записать там, что-то записали, а в Штатах у меня ничего не было, либретто уже не было. Я поговорил об этом с американскими музыкантами, они очень заинтересовались, и я позвонил по телефону директора Жоре Ждановскому, я говорю, приедет мой товарищ, один из старых эмигрантов, их пускали со второй волны и прочее. Передай ему, пожалуйста, либретто, чтобы он мне привез. И запись. Ну, человек поехал в Москву, съездил в Питер, ему все это передали, он либретто взял, такую пачку листов. А запись положил в карман. Ну, видимо, слушали телефон, все это было известно, кто-то приезжает, что-то должны передать. У него, конечно, эту запись музыкальная была положена. Вытащили либретто, он мне привез, а музыки так и не было. Ну, вот все прошли года, значит, я уже начал возвращаться с 89-го года, как бы все возвращаться. Так вот, к чему это все рассказывает? Что это продолжается, вот эта работа над этой рок-оперой, потому что я никогда не оставляю своих замыслов, я всегда люблю все доводить до конца. Ну вот в этот промежуток времени я работал с разными коллективами, там, с разными композиторами, доходило все до определенного уровня. В частности, самое близкое к завершению этой работы был концерт на Петропавловской крепости, где-то год тому назад на пляже. Значит, рок-группа «Синквенция», Петр Малаховский, кто знает, может быть, взял на себя эту работу, этот номер показали. Значит, но, к сожалению, так все это и не закончено. Теперь, значит, вот настала очередь нашего дорогого исполнителя Гарика Осипова принять эту эстафету, потому что я надеюсь все-таки с его помощью, с его талантом закончить эту работу всеобщему удовлетворению. Вот. Почему я его прошу это сделать? Потому что в свое время, когда-то после совместного концерта, я его затащил к себе домой. Вот, Ирочка помнит, это уже прошло лет 7. Первый раз он видел начало этой рок-оперы. Она начинается с блюза, который называется «Блюз Моисей». «Блюз Моисей». И он настолько здорово это все сделал, первый раз глядя. Вот сейчас я его попрошу, вот сейчас пока идет отдых, чтобы он это вспомнил. И экспромтом снова, вторично сделал этот «Блюз Пророк Моисей». «Блюз Моисей». Положено солнце,
Девочки, он дорога, просвети. Он из наших людей, наш учитель Моисей, Моисей. В этот день дорогой день свободный, день народа для молитвы о свободе. И учил нас Моисей, должен в каждом из людей нашим страждам всем народу жить один порыв. Как-то раз во время шторма вывел нас на берег черный и сказал: идите в воду все. И пройдете вы по дну, как по росе. Море наступило сразу с горьстой, волны встали стеной. Жили огни дни и ночи, жили огни ползли на ощупь. 40 лет их отмер Моисея вел за берег. Пусть трубы сборных следов не дошли отцы и деды. Внуки правнуки дошли, камни воду им давали, манну послужали, но смогли, не полегли, до родной дойти. Земли.